обычной стеклянной бутылкой из-под пива будет разрезана, и на каждой ее части будет нарезана резьба, чтобы можно было бутылку скручивать. Бутылка закреплена в патроне, теперь начинаем ее резать. Бутылка разрезана на две части. Теперь начинается обработка по наружному диаметру под резьбу. Диаметр под резьбу проточен. Сейчас будем выполнять канавку для выхода резьбы. Канавка выполнена,
для выхода резьбы. Начинаем резать резьбу с шагом 1,5 миллиметра. Резьба нарезана, и детали можно снимать. Нижняя часть бутылки готова. Резьба нарезана с шагом 1,5 миллиметра. На станок установлена верхняя часть бутылки, горлышко. Теперь будем внутри растачивать диаметр под нарезание внутренней резьбы. Диаметр под резьбу расточен. Сейчас будем делать канавку под выход резьбы. Канавка выполнена, начинаем резать резьбу.
еще рано. Последний раз пробую. Все. Готово, бутылка готова. Снимаем ее сейчас пока. Вот получилось бутылку из-под пива. Балтик кулер разрезали на две части и на каждой части нарезали резьбу шага 1,5 миллиметра. Получилась разъемная бутылка. После отмывания бутылки вот что получилось. Стеклянная бутылка из-под пива фирмы Балтика Кулер. Вот такая вот бутылка получилась вот из двух половинок. Также вот была сделана из водочной бутылки чекушка ранее. Резьба смазана маслом, чтобы не так скрипело. Это с двух половинок получается. Ну и делалась еще такая чекушка. Резьба вот все было сделано на токарном станке резцами. После отмывания бутылки вот из-под пива получилось двух половин. Обычная бутылка чекушка. Резьба смазана маслом, чтобы не так. Резьба